общем, я считаю так, если вы были на Большой Советской, если вы были на Кирова, на улице Октябрьской революции, ну, может быть, на Тенишевой, и, ну, еще можете парочку, троечку взять улиц, то, в принципе, вы чуть-чуть Смоленск поняли, чуть-чуть захватили его. Вот. Но без Большой Советской, наверное, конечно, не стоит обходиться. То есть, я полагаю, это главная улица. Вот. Так что такая вот обстановка. Но администрация Смоленска находится на около Бланье парка. Это Октябрьская революция улица. Ну, я считаю, без такого кадра не обойтись. Успенский собор. Большая Советская, да, улица. Здесь я сегодня утром шел. Пригородный автовокзал. Там вот еще один автовокзал. А прикол в том, что мой чемоданеус лежал еще в одном здании автовокзала, вот в том вот, в новом. Вот. Это историческая часть города и основная. Новая часть города, ну, назовем ее новой, по крайней мере, по сравнению с этой, да, это вот это. Заднепровский район. Хотя я границы точно не знаю, по железной ли дороге идет. По идее, она может быть и с Днепром связана, да еще и частично. То есть тут не изучал я границы. Но в любом случае, если сильно надо, можно это понять, что Днепр проходит только там. Еще раз, здесь Выборгское шоссе. Вообще много что из Выборга здесь, в том числе обувь. Туда Московское шоссе. Ну и, соответственно, Москва в той стороне. Вот. Ну и, естественно, главная тема – это ЖД-вокзал. Для такого небольшого городка очень даже хорошо сделан, я считаю. Ну, по крайней мере, снаружи такая общая картинка нормальная. Вот. В общем, Смоленск произвел город какой-то торговый, грязный, в то же время не только грязный, но и чистый, то есть смешанные впечатления. Люди показались, опять-таки я с ними ведь не общался, но показались хорошими, может быть, даже очень. Ну и потом здесь огромный процент, не в пример другим городам России многим, населения именно русского. То есть не русский, здесь может каждый 20-й, но и то. Там ведь есть не русские, которые похожи на русских. Но я думаю, вы понимаете, о чем речь. Не будем здесь разводить. Ну, вот так вот. Сибирь, сила. А, ну и вот это вот очень красиво, конечно, оформление, что здесь картины такие. Это, конечно, классно. Да. Такой вот вокзал ЖД.